царские генералы знали, обескровить черкесское коневодство значит выбить из седла всю страну. Генерал-лейтенант Вильяминов, командующий Кавказской армией, в своем рапорте о коннице черкесов писал: «Конница горцев имеет значительные преимущества, как перед регулярной нашей кавалерией, так и перед казаками. Опыты прошедшего времени не дозволяют сомневаться, что главнейший вред, какой терпела от горцев Кавказская линия, происходит всегда от конных набегов их. Посему думаю, что если мы лишим их возможности иметь такое множество лошадей, то отнимем у них одно из главнейших средств делать нападение с успехом. Всего можем достигнуть, заняв казачьими поселениями все места, изобилующие пастбищами». В результате Кавказской войны страна всадников Черкесия исчезла с карты мира.